Доброго вечора, шановні телеглядачі. Дозвольте представити мені гостя нашої вечірньої студії Євген Васильович Горохов, ректор Донбаської національної академії будівництва та архітектури, професор, доктор технічних наук, академік Російської академії архітектурно-будівельних наук, почесний професор Московського державного будівельного університету. Добрый вечер, Евгений Васильевич. Уважаемые телезрители, вечернее солнце уже с радостью опускается на вечерний Донецк, а мы сегодня встречаем своего гостя. Евгений Васильевич, я хотела бы сказать нашим телезрителям, что вы не просто человек интересной жизненной судьбы, но и очень большой жизненной силы. И прежде чем раскрыть, так сказать, вашу жизненную дорогу, я хотела бы задать вам самый первый вопрос. В стенах вашего музея, Евгений Васильевич, в академии, студенты, есть фотография на стене вашего музея, где вы молодой со своим учителем, как говорят, яскрава, смотрите на мир. Скажите, пожалуйста, в каком году вы пришли работать в академию и кто помогал вашему становлению? В 63-м году я уже отработал 2 года на заводе металлоконструкции, потом в проектном институте. Я собирался поступать в аспирантуру Московский инженерно-строительный институт, но у нас открылась ее в Донецком политехническом, который институт я заканчивал, строительный факультет. Аспирантура, был ее руководителем, первый доктор, наш строитель в Донбассе, Ильяков Моисеевич Лихтарников. Он посмотрел мой реферат, который я подготовил для Москвы, и сказал: нет, тебе там ехать нечего, оставайся здесь. И он уговорил меня, чтобы я остался у него в аспирантуре. Вот с тех пор, от 63-го года, вся моя судьба связана с работой именно в строительном факультете. И потом уже на его базе был создан институт, в котором я работаю и сегодня. Евгений Васильевич, вы были очень молодым человеком, когда начали и научную карьеру, и преподавательскую. Скажите, что для вас было в то время самое сложное? Становление как ученого, как преподавателя, или адаптация в коллективе преподавателей, уже более маститых, именитых? Ну, наш факультет тогда только становился и развивался. У нас он был в основном из молодежи, потому что маститых профессоров у нас не было тогда. И все аспиранты, которые возвращались, они готовились в основном в Москве. И они составили костяк вот этого строительного нашего факультета. Это были очень талантливые молодые люди. И, конечно, с ними было очень удобно работать, потому что я очень часто ездил в Москву, останавливался всегда в общежитии у наших аспирантов, общался очень много с учеными именно мирового уровня это в Москве, и это дало возможность очень быстро почувствовать себя комфортно, будем говорить. А дальше уже все, конечно, зависело от трудолюбия и того, чтобы поставить цели для себя определенные. И, конечно, очень хорошие студенты были у нас. У нас отбор на строительный факультет шел очень-очень жесткий. Я сам, когда поступал, сдавал 7 экзаменов. Это уникально, конечно, было. Мы сдавали и черчение, и рисование, и физику, 2 математики, английский и диктант русский. Представляете, выдержать такие экзамены, прежде чем попасть на строительный факультет. Поэтому там, конечно, учились в основном очень... Туда не попадали просто такие слабачки, которых... Тогда не было никакого понятия о учебе за собственные деньги, и фактически без экзамена попадали в институт. Сегодня это уже есть, а тогда этого не было. И поэтому учиться было сложно, тяжело, но в то же время становился хорошим специалистом. Вот это очень важно было. Евгений Васильевич, но вы родом не с Донбасса. Расскажите, пожалуйста, вот откуда ваши корни, кто были ваши родители, и почему вы именно пришли, так сказать, ваша дорога привела вас в строительную, так сказать, стезю? Ну, родом у меня папа из Мурманской области, мама из Урала. Папа – это село Кимры, мама – Новая Ляля. Отец был военным, он летчиком был. И
как раз когда в Ачинске он служил, он там познакомился с мамой, и после этого они путешествовали фактически из части в части. И я родился, например, в Новочеркасске, Ростовской области, где мой папа служил. Войну он встретил в Черчике, это под Ашхабадом. Там находился полк Каманина. Это летчики-испытатели, полк летчиков-испытателей. И в начале войны они как раз летали на бомбометание для Турцию и Ирак. И они вот этим, это мало пишется в нашей литературе сейчас, но именно их вот боевые действия удержали Турцию и Ирак от вступления в войну вместе на стороне Гитлера. Это тоже очень важно. А они рвались для того, чтобы выйти на Каспийскую нефть, а нефть тогда нужна была, танки и все остальное. После того, как в 1942 году он погиб при испытании первых реактивных самолетов, мама не имела образования, она была женой летчика, и нам некуда было. У нас двое было, старший брат на 2 года старше меня был. И мама поехала сюда, на Украину, где у нее сестра была, именно в Сталина. До этого мы еще год жили в Киеве на заводе Антонова. Теперь он завод Антонова. Она работала там в конструкторском бюро. Ее-то просто пристроили. Нас хотели забрать от нее в Суворовское училище, но она нас не отдала. И мы приехали таким образом. В 1946 году я приехал в Донецк. Вот уже, считайте, 64 года я здесь Евгений живу. Васильевич, но у вас была такая интересная страничка вашей истории. Вы сбежали из дома и поступили в школу. А вот в какую вы расскажите, пожалуйста, сами? Ну, я после окончания 7 класса, у меня брат очень болел, и мама его увезла на лечение. Я у соседки занял деньги на билет и уехал в Ворошиловград. Там была специальная школа ВВС. Это такая же типа, как Суворовская, но летная. Вот. Я приехал туда, сдал экзамены, прошел медкомиссию, вернулся когда назад. Мама, конечно, расстроилась, но нам надо было, мы жили очень бедно, и меня это спасало, потому что я попадал практически в армию, где кормили, одевали, обували меня. Но самое страшное было то, что когда я приехал и нас начали тестировать, я увидел, что у меня знаний очень мало. Потому что, к сожалению, образование в Донецке вот в те годы послевоенные, учителей не было. Учитель по 5-6 предметов преподавал. Он, конечно, сам ничего не знал, но мы тем более. И вот это моя учеба в этом училище, она мне очень много помогла. Я действительно освоил все азы фундаментальных наук именно потому, что были прекрасные учителя. И они все это строили на заинтересованности молодых ребят, именно бомбометание, перелеты, расчеты виражей и всего остального. Все было построено на авиации. Мы день и ночь учились, чтобы только не отставать и, не дай бог, показаться, что ты серый там и так далее. Это мне очень сильно помогло. И когда я уже учился неплохо, даже уже собирался идти в высшее летное училище, заканчивали 10 класс, нас закрыли. Хрущев тогда делал сокращение вооружения, и он сделал очень хитрый ход. Он закрыл училище, и вот закрыл вот такие училища. Я вернулся в Донецк, поступил во вторую школу. Это была элитная школа тогда. Я пришел, меня тоже начали тестировать учителя, и они были очень удивлены моими знаниями. И, честно говоря, эти знания мне потом помогли поступить в институт. Я уже не пошел опять поступать в авиацию, потому что мама меня уже не пускала. Брат очень сильно болел, и ей нужен был помощник. Я поэтому поступил в Донецкий политехнический, но я любил строительство. Почему? Потому что я считаю, это самая благородная такая профессия. В 1991 году вы возглавили Макеевский инженерно-строительный институт.
Ну, до этого я еще 18 лет был проректором по науке. Угу. Это тоже было мое очень хорошее время, ибо здесь я больше работал с молодыми преподавателями, с аспирантами. Я ректору уговорил, что кадровый вопрос – это я беру на себя. Я связывал науку и кадры как одно единое целое. И те ребята, которые занимались вот в аспирантуре наукой, они уже навсегда стали очень творческими людьми, навсегда, до конца жизни. А это очень важно. У меня, между прочим, не было в списке 17 которых претендентов, которые были на... Меня никогда никто не толкал. Наоборот, мне мешали, меня не пускали. Но по профессиональным качествам меня все-таки выбирали. Вот когда 17 претендентов было на проректора, когда только появилась у нас такая должность, то секретарь горкома Макеевского Начелкин позвонил и сказал: нет, пришлите нам на райком, то есть в горком, на собеседование Горохова. Он знал, что я декан, он, видимо, знал и навел справки, а я как-то очень резко выступил на партийном собрании, там было такое. Все боялись, что меня он вызывает, чтобы головомойку. Он сказал: будешь работать? Я говорю: ну, я не знаю этой работы. Никто не знает, это впервые вводилось. Но, тем не менее, я был самым молодым проректором в Советском Союзе по научной работе. И мне помогли опять все проректора и наших Донбасса, и других это теперь уже стран. И я столько хорошего от них набрал и принес в академию, что мы очень быстро начали развиваться. Вот это дало большой толчок. 91-й год для меня был тяжелым. Почему? Потому что я в 90-м году вышел из партии. Это еще до распада Советского Союза. Я вышел, мне надоела болтовня Горбачева и вот то, что начали разваливать высшую школу. Именно ее заболтали, просто заболтали. Я сказал: я не хочу больше участвовать в этом, я буду заниматься только профессионально. И это мне помешало, когда начались выборы, а тогда впервые были выборы. Я бы никогда не стал ректором, потому что я был беспартийный. А беспартийных тогда не было. 969 вузов было в Союзе, и был один ректор беспартийный, это я был. У меня, когда коллеги, они не знали, что со мной делать, коллеги Минвуза Украины. Они звонили в ЦК, ну как вот он беспартийный, а его коллектив выбрал. А они не имели права, они должны были отказать, но только же не по партийным же делам. Я же не имел никакого, за мной ничего не числилось, ни криминального, ничего. В Москву приехал, тогда вообще там такой крик был, шум, но Украина утвердила, все. А это же уже было время перестройки, так называемой. И вот так я стал ректором. Евгений Васильевич, коллектив всегда вас поддерживал. А вот скажите, когда начались преобразования уже в независимой Украине, скажите, Болонский процесс ваша команда поддерживала или вы чувствовали, вот есть противостояние? Нет, ну, все новое, оно, естественно, имеет и сторонников это, но большинство сторонников. Почему? Я еще раз говорю, я очень много молодежи, которая прошла через меня во время вот работы, они помнили, что я им дал дорогу, я им помог. И когда я им предлагал, я им говорил, что я их не просто им ищу работу, я им говорю, что за этим будущее. За этим будущее. Сегодня вот много говорят, все хотят в Европу. Но с чем идти? Надо же себя принести таким, чтобы тебя позвали. И зовут же сегодня. Скрытно, но зовут. Почему? Вы посмотрите, все эти темпусы, тасисы и все остальное. Для чего их проводят? Ведь деньги не выходят ни из Соединенных Штатов, ни из Европы. Они остаются там. Они нас за бесценок туда зовут, мы им там работаем, мы свои мозги за бесценок продаем. А Сорос что вытворял? Почему его выгнали из России? Да потому что он здесь купил за $200 все самые лучшие мозги. Вот чем трагедия. Наша нация очень талантливая, очень работящая. И они это понимают. Поэтому они сюда лезут. Вы думаете, что мы им нужны наши мозги, наша работоспособность. И поэтому я говорю так: давайте, ребят, мы должны сделать так, чтобы показать им, что наш уровень образовательный не хуже ихнего. И так оно и есть. Наши ребята, когда мы проходили международную аккредитацию, мы единственный вуз в Украине, который прошел по всей стадии этой.
Это англичане здесь были просто удивлены. Больше этого, когда они в Великобритании утверждали это, четыре раза не могли утвердить. Все за, один председатель, он был очень большим антикоммунистом, так называемым, и он кричал: нет, нельзя их принимать в международную эту ассоциацию строительных вузов. И тем не менее настояли, и мы попали. И мы работаем, мы получили доступ до новейшей информации, которую мы сегодня студентам даем. Наши студенты становятся членами этого международного института, они получают сертификаты, которые признаются в 136 странах мира. Это для них достижение. И преподаватели сами выросли, они выросли. И для нас Болонский процесс не сама цель, а я еще раз говорю, самоутверждение в этом европейском пространстве. Это очень важно. Евгений Васильевич, я думаю, что такие ценности, наверное, у вас были и в семье, и своих детей вы так воспитывали, и, наверное, внукам теперь передаете именно вот такие ценности. Я знаю, что архитекторы в вашей семье есть. И строители тоже. Расскажите. Ну, вы знаете, к сожалению, детей мы знали меньше, они ключ на шее, нам надо было зарабатывать, прокормить семью. И мало мы им уделяли, но они были умницами, сами учились, все, никогда проблем нам не создавали, у меня сын и дочь. А внуки, я, например, больше ими сегодня занимаюсь и даже участвую в судьбе их, им советую и так далее, смотрю, как, пробую им предсказать, что их ждет и как. Вот. Ну, меня радует, что они в конечном итоге все-таки выбирают специальность сами, я им только советую. Вот. И больше того, они сегодня самоутверждаются. Да, сын действительно очень, я считаю, прекрасный специалист. Он, я горжусь тем, что он дизайн-проект и проект Первого международного банка в Киеве, это его. И я помню на открытии, когда Мельченко приехал и начал это Поличенко хвалить. Ух, какой вы банк сделали. А тот замялся. Директор нашего банка Юшков говорит: да нет, дорогой, это вот наши архитекторы донецкие, это наши строители донецкие сделали все, вот там мраморная лестница из итальянского мрамора, все. Тот не верил, причем присутствовали итальянцы, они говорят: у нас нет таких лестниц, а вот наши ребята отсюда из Донецка вот такие шедевры там создают. Поэтому очень приятно, что есть такие проекты. Сейчас он уже сдал офис СКМ в Киеве, это тоже по его проекту. Банк сейчас им заканчивает. Сегодня дали ему работу в Киршановой, там будет новый комплекс строиться, он сейчас проектирует. Причем он уже в его команде работает его дочь, моя внучка Маша, которая уже закончила магистратуру, заканчивает, вернее, магистратуру, но работает у него уже года три в его, с ним вместе, в его коллективе. Это очень важно. Евгений Васильевич, проекты Донбасской национальной академии архитектуры и строительства признаны сегодня и на всевозможных конкурсах и государственного масштаба, и международного. Скажите, пожалуйста, ну почему же у нас все-таки эти проекты, очень многие, остаются невостребованными, а на карте Донецка, на карте Макеевки, других городов совершенно неинтересные возводятся здания? Много, скажем так, мы не будем говорить, что но все... Это, давайте все-таки немножко дадим здесь объяснение времени. Мы слишком быстро с вами перешли от социализма к капитализму. Когда при социализме мы очень были зажаты чем? Вот этим занавесом мы не знали ни новых строительных материалов, технологий, мы не знали той архитектуры мировой, которая была. Когда это все открылось, то бум пошел, ну, и строительный, и архитектурный, и так далее. И к нему бросились в основном не специалисты, потому что специалист, он сперва должен все это изучить, а потом уже себя выкладывать. А те люди, которые на этом делают бизнес. И сегодня все в руках в основном бизнесменов, а не специалистов. Но это пройдет время, потому что сегодня уже все, без исключения, мои студенты-архитекторы со второго курса уже разобраны. Они во всех этих
и в частных даже этих лавочках работают, и свои знания они уже им показывают, и культуру этого уже. Это придет. К сожалению, я много лет бьюсь над тем, чтобы открыть специальность дизайнерскую. Не идут. А без, ну как без дизайна? Ну вы ж, вот это все создается, это же дизайн. Без этого же нельзя жить. А внутренняя среда дизайн. А наши парки... Нет сегодня специалистов. И вот никак не могу привить нашим студентам любовь вот к этому делу. Но придет, вот она, вот-вот, но она придет. Евгений Васильевич, вот такой вопрос. Немногие, наверное, знают, что возглавляет архитектурный факультет на вашей академии, декан Хафизулла Аминулович Бинаи его зовут. Он родом из Афганистана. Расскажите, пожалуйста, вот эту историю. Каким образом оказался совершенно, так сказать, из другой культуры человек? Ну, он вообще был из богатой семьи. И приехал учиться в Днепропетровск. Он там закончил аспирантуру. И там остался это. Но потом вот это произошла революция, и всех его родителей, и всю его семью вырезали. Он остался один. Он женился на нашей украинке, создал семью. И вот уже став доктором наук, он очень перебивался с квартиры и все остальное. Он приехал ко мне, я тогда был проректором по науке, и попросился. А у нас же уже был тогда архитектурный факультет. Я пошел к ректору, долго его уговаривал. Потом поехал к мэру нашему Макеевке, и слезно мое, хорошо, он мой выпускник был и так далее. Я его уговорил, не будет здесь талантливого, хорошего архитектора, ученого, не будет никогда у нас своей собственной школы. Нужно же с чего-то начинать. Потому что были молодые ребята, были это, они стремились к чему-то, но нужны же еще и ученые. Без этого же нет развития. И он дал ей квартиру и все. И этот человек, он настолько работоспособен, настолько предан академии. Он сегодня готовит мне кадры. У нас скоро вот будет уже два доктора будет защищать по архитектуре. Это представляете, у нас в Донбассе вдруг появятся собственные рожденные это, доктора архитектуры. Это очень здорово. Отсюда, конечно, будет и молодая поросль, а это уже уровень архитектурной школы, которая будет именно донбасская школа. Это в этом будущее наше. Евгений Васильевич, ну, если говорить о будущем, скажите, вот какую бы судьбу вы пожелали своим студентам? Вы же столько внимания вуз и вы лично уделяете каждому отдельно взятому молодому человеку. Но самое главное, что мы им собираем, прививаем, это то, что они должны понять, что судьбу человек выбирает себе сам. Он ее создает сам. И не надеяться на случай, надеяться на что-то, это нельзя. Надо действительно работать, работать над собой. И чем умнее будешь ты, чем больше будешь себя предлагать, тебя возьмет. Меня радует то, что сегодня кончилось так называемое позвоночное время, когда позвонили, того устроили там, другого там. Сегодня ни в одну фирму никто не берет. Он берет только специалиста. Он платит ему деньги только за работу. Это очень здорово. И мы это студентам говорим. Вот будешь специалистом хорошим, ты заработаешь, ты будешь жить как человек. Нет, ну, ребята, ну, тогда идите и сразу бомжи, и это ваш уровень, ваше это самое. Поэтому, конечно, далеко не все студенты так идут. Очень много всяких, как говорят, имеющих папы, маму уже крупных бизнесменов, но они просто не понимают, что кто папа сделал себе деньги. Как он их сделал, это не будем трогать. Но ему-то самому, в конце концов, что-то, и семью кормить, и воспитывать детей, и так далее. Он же тоже должен состояться. Вот это очень важно. Поэтому мы, кроме профессиональных, вот, роста, мы, во-первых, мы добились, что у нас сегодня дистанционное образование очень сильное. Это меня радует, что мои преподаватели все это делают. Это сумасшедший труд, но они делают его. Мы пошли уже теперь, спустились с профессионального на социальный вопрос. Мы хотели бы, чтобы поднять культуру. Беда вот всех наших сегодняшних бед в Украине исходит от культуры.
Ну, вы посмотрите парламент, вы посмотрите взаимоотношения верхнего эшелона власти. Какое бескультурье, какое неуважение друг к другу, неуважение тех постов, которые они занимают. Оттуда идет весь бедлам, который этот... Разве можно такое допускать? Поэтому специалист должен быть в первую очередь сам высококультурный, образованный. Тогда коллектив, которым он собирается руководить, будет тоже жить по таким правилам, по таким канонам. Мы сегодня взялись все ремонтировать общежитие. Хорошо, что вот сейчас евро подходит, может быть, нам какие-то деньги дают. Но мы не ждали это, мы сделали полностью все проекты. Мы делаем евромолодежку. Я хочу, чтобы люди жили в таких же европейских условиях, как за рубежом. Чтобы он не рвался туда бежать. Он должен здесь состояться. От этого выиграет только Украина. Я был недавно в Вильнюсе. Знаете, какая трагедия этих прибалтийских стран в чем сегодня? Как им только открыли ворота, все самые талантливые рванули в Европу. В Европе давно голод на инженерию. Давно. И они этих всех хватанули. Им платят в два раза меньше, чем своим. Но самое страшное, что в этих странах не осталось талантливых людей. Их нет сегодня молодежи. На чем же они будут развиваться? Поэтому нам нельзя идти этим путем. Нам надо создать условия для молодежи здесь, чтобы она здесь создавала себе такие условия и жила так, как она хочет. Так же, как в Европе. Вот тогда будем говорить, что мы пойдем с Европой объединяться. А просто стать, вот сейчас мы станем полигоном по ВТО, вот вы увидите еще все негативы, которые придут. А вот по образовательным, то это уже, вот это наше, то, что устроили сегодня наши экспериментаторы со школьниками. Это же дичайший эксперимент на психологии, на всем чем угодно. Разве можно-то это все делать? Это должно быть все постепенно, надо было приучать эту систему, должны они были привыкнуть к этой системе тестирования, а потом они бы спокойно. У меня лицей, который работает, он уже 10 лет работает. Он 10 лет на этой системе тестирования работает. Они пошли за 15 минут, они все записали и ушли. Евгений, они привыкли к этому. Евгений Васильевич, еще хочу вам один вопрос задать. Вы очень много занимаетесь сиротами. Вот почему Академия пришла, и вы лично именно к решению этого вопроса? Ну, понимаете, я сам полусирота был и знаю, что такое жить. Отца я так и не знал, потому что я был маленький, его не видел. Вот. Маме, я знаю, всегда очень тяжело было и все это. Поэтому я хотел, и я отбираю этих ребят со всех этих домов, те, которые хотят получить образование, я хочу им дать возможность. Я, честно говоря, был в ужасе, когда я приехал в эти дома. Там не та дедовщина, что в армии, там в три раза страшнее она. И дать этим ребятам шанс сегодня пожить в нормальных условиях и стать специалистами, это очень важно. Поэтому мы их отбираем. Но я к ним очень жестко тоже отношусь. Одно дело, мы создаем им все условия для учебы, для быта, для всего. Но если он не хочет, я с ними не панькаюсь. Это точно. Потому что некоторые из них развращены до того, что... Ну, они сегодня получают, может, зарплату больше, чем вы, когда в целом. Но это же надо отрабатывать. Учеба – это тоже работа. Нам с вами за работу платят, а он почему не платит? Его оплата – это знания, а он их не хочет. Значит, нет, ты недостоин получать эту зарплату. Иди работай. Иди работай кем угодно, но только... Не занимай место, это же они же места занимают, тех людей, кто хотел бы получить образование. Евгений Васильевич, я по сложившейся уже традиции хочу предложить вам сказать несколько слов пожеланий нашим телезрителям для того, чтобы соединить, так сказать, свою жизнь и с жизнью каждого человека, кто сегодня с нами был, кто нас слушал, кому была интересна наша передача. Евгений Васильевич, пожалуйста. Я хотел бы, чтобы пожелать, ну, с меньшими потерями пережить вот этот период без власти, без залаберности и так далее, пережить его. Но пережить его надо только работая на местах. В принципе, Италия,
почти каждый месяц меняет правительство, и ничего не меняется. Законы, все нормально, все хорошо. У нас все зависит от того, кто придет. Это не должно этого быть. Дайте Бог, мы это переживем, и будет у нас нормальное государство с нормальными правителями, а мы умеем работать. И я желаю, чтобы они получали за свою работу именно достойную зарплату и могли достойно жить. Они того заслуживают. Я очень люблю наш Донбасс, люблю наш город Донецк. Я желаю им, конечно, именно счастливой жизни. Спасибо, Евгений Васильевич, шановні телеглядачі. Спасибі, що сьогодні ви були з нами. На все добре. До побачення.